выходит дрессировщик со львом под барабанную дробь, говорит, смертельный номер. Значит, лев открывает рот, дрессировщик достает член, кладет льву в рот и лупит его по голове палкой, и ничего не происходит. Все стал так, все так, опа, советский цирк. И дрессировщик говорит, внимание, кто может повторить этот номер, тому дают $1000. Есть желающие? Девушка говорит, я могу, только по голове не бейте.